Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy A01 Core включить точку доступа. Заходим в настройки. Далее нажимаем подключение. Мобильная точка доступа и модем. Мобильная точка доступа. После чего можем ее настроить. Можем изменить название. Можем изменить пароль. Можем убрать пароль. И включаем. Чтобы отключить точку доступа, нажимаем сюда же. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!